Что, Илья, пора подвести итоги. Расскажи, что за два года было сделано. Ну, за два года, в принципе, я считаю, мы сделали немало. Наше вот это вот такое объединение неформальное, клуб «Попутешествовать» привело к некоторым хорошим таким вещам. То есть одна из самых, я считаю, крутых наших движух, помимо, соответственно, путешествий, походов, это в этом году сделали этот так называемый ВВП, Верхнепушнинские велопрогулки, которые получились, в принципе, довольно удачными. Там участвовало, там у нас, по-моему, до 60-70 человек ездило. Mm-hmm. Вот, то есть, помимо этого, вот у нас была помощь команде, футбольной команде «Спартак». То есть, хочу сказать спасибо всем нашим путешественникам, которые помогали. Вот, также помогли уже не первый год провести, ну, тоже в футбольном направлении, в спортивном, так как мы за ЗОЖ. Вот, за развитие вообще здорового жизни. Мы помогли провести среди подростков футбольную дворовую лигу, турнир, который растягивается на все лето. Вот. Ну и, соответственно, конечно, наше путешествие. Вот, очень хорошо прошел Иремель, Таганай зимний. Очень многие отмечают и, в принципе, как бы осталось в памяти у людей. Вот. Ну и также, конечно, другие различные наши путешествия. То есть мне самому запомнился в этом году это Качканар, который был месяц назад, когда мы оказались над облаками. Это была, в принципе, моя мечта, мечта многих, кто вообще с нами путешествует, увидеть такой вид, подняться пешком и оказаться выше облаков. Вот. То есть в этом году у нас спустя два года практически получается то, что нам повезло, мы увидели это. То есть это зрелище, которое действительно неописуемое. Это просто нужно увидеть, встать и замедитировать. Да, ну а планы какие-то, может, расскажешь, там планы вообще есть? Вот, ну, именно по клубу, там, по развитию, может? Ну, по развитию, то есть мы, конечно, с ребятами, когда куда-то выбираемся в горы, начинаем очень часто разговаривать о том, что нужно куда-то с Урала, помимо Урала, то есть, вернее, какие-то другие направления тоже брать. То есть, ну, пока вот мы так хорошо освоили Южный Урал, Средний Урал, впереди хотим начать осваивать Северный Урал, Приполярный Урал, то есть, ну, сходить в то направление, потому что там тоже как бы очень красиво и, в принципе, дикие места. Вот, где даже местами не ступала нога человека. Ну и помимо этого, конечно, то есть, в принципе, думаем насчет того, что нужно, наверное, ну, не на Эльбрус, а на, хотя бы на этот, на, точнее, не на Эверест. Не Эверест. Да, да, да. А хотя бы сходить на Кавказе, на Эльбрус, на высшую точку Европы. Да. Вот. Ну, Алтай, Камчатка, то есть это, я думаю, да, это было бы вообще шикарно. Да, то есть было бы здорово. Ну, пока вот будем осваивать Урал, то есть здесь тоже очень много интересного, красивого, то есть где еще, в принципе, не были, и даже где не были люди, то есть, как бы, такие места есть, может быть, или оттуда доберемся. Че, ты кинь мне камень, что он там делает? Отомсти. Вот. Так что вот так вот путешествуйте с нами, выбирайте с нами. Угу. Будет круто. Путешествуй вместе с нами, путешествуй по Уралу! Ура!